Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашии, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Преступления больше не в моде. Об обстановке в республике рассказали на пресс-конференции МВД. Жизненно важные советы. В Чебоксарах появились памятки для мам. Травка зеленеет, солнышко блестит. Какие сюрпризы готовят жителям республики последний осенний месяц? Сегодня в Чебоксарах обсудили проект бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Документ состоит из более чем 1500 страниц. Депутаты Государственного совета сначала рассмотрели его на заседаниях комитетов и фракций. Теперь пришло время обсудить все поправки и замечания публично. Проект бюджета разрабатывался с учетом новых макроэкономических условий. Он основывается на двух вариантах развития экономики в России и в мире. В частности, на финансирование многих проектов в республике может повлиять экономический спад. Сокращение федеральной помощи происходит на фоне замедления роста доходов регионов, увеличения расходных обязательств, нарастающего дефицита региональных бюджетов. Мы с вами прекрасно понимаем, в этих условиях от всех требуются новые, нестандартные решения, нацеленные на повышение экономического роста. Основным фактором экономического роста нового этапа, безусловно, должны стать инвестиции. Трехлетний бюджет сформирован на основе менее благоприятного сценария развития экономики Чувашской республики. Многие участники публичных слушаний сегодня отметили наличие рисков, которые могут снизить темпы роста валового регионального продукта. Они связаны с недостаточным уровнем инвестиций и низкой конкурентоспособностью местной продукции. В структуре валового регионального продукта наибольшую долю занимает обрабатывающие производства. Кроме этого, вклад в формирование ВРП вносит оптовая розничная торговля, строительство, сельское хозяйство. По прогнозам Минэкономразвития, в 2016 году валовый региональный продукт по сравнению с 2013 годом увеличится на 9%. Доходная часть бюджета 2014 года ожидается в размере 32 миллиардов рублей, расходы 35. По всем основным направлениям, задачам, которые предусмотрены в указах президента, на сегодня обеспечено финансовое обеспечение реализации этих задач. 2014 год. Предлагается утвердить расходы в объеме 35 миллиардов 564 миллиона, то по сравнению с первоначальными расходами 2013 года 30 миллиардов 936,4 миллионов, расходы увеличиваются на 15% или на 4 миллиарда 627,6 миллионов рублей. Финансирование отдельных направлений экономики Чувашии вызвали вопросы представителей партии, входящих в состав парламента. Некоторые даже пригрозили голосовать против бюджета, если их мнения не будут учтены. В 2014 году предлагается Минфином увеличить расходы на лесное хозяйство со 146,5 миллионов рублей до 196,2 миллионов рублей, то есть на 34%. Кстати, здорово, согласитесь, если бы каждое министерство вот так вот увеличило. В ближайшее время Комитет Госсовета по бюджету, финансам и налогам обобщит все замечания, которые были высказаны сегодня, чтобы на ближайшей сессии депутаты смогли утвердить бюджет республики. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Андрей Шоклев. Республика. Личный кабинет на сайте и государственные услуги в электронном виде. Эти новшества для жителей страны уже давно перестали быть в диковинку. Как система будет развиваться дальше? Сегодня об этом говорили участники комиссии по использованию информационных технологий. Провел ее председатель правительства России Дмитрий Медведев. Из года в год мы говорим об одном и том же. Нам необходимо наладить удобный для граждан диалог с государством. Лицом государства в этом случае выступает электронное правительство. Для этого оно должно быть единым, подчеркиваю, именно единым, а не разделенным на фрагменты, когда у каждого государственного органа свой сегмент и абсолютно разный интерфейс, непонятный каждый раз для человека, который заходит на эти ресурсы. Единый портал государственных услуг с каждым годом становится содержательнее. Вместе с тем растет и его популярность. Только в Чувашии личные кабинеты на сайте уже зарегистрировали более 36 тысяч жителей. Проверка штрафов, замена паспортов и оформление документов в сфере имущественных отношений стали одними из самых популярных услуг. Всего же республика перевела в электронный вид 69 услуг.
Качество востребованных запросов должно повышаться, отметил председатель российского правительства. Участникам комиссии, региональным властям Дмитрий Медведев поставил еще одну задачу. Процедура регистрации на портале в ближайшее время должна быть упрощена. Пока же пользователям приходится проходить сложную процедуру. Простаивать в очередях за справками жители тоже не должны. Сбором документов занимаются не граждане, а сами чиновники, используя систему межведомственного электронного взаимодействия. К этому ресурсу подключены более 7 тысяч участников. Растет и количество запросов. У нас с этого периода 69 508 запросов. А в настоящий момент, с 26 октября, у нас началось тестирование ФАИВов, федеральных органов власти, к регионам. И вот по данным на 5 ноября, сегодня 12 сведений протестирования, все успешно, и мы находимся в третьей очереди, то есть не в первой, а в третьей очереди, и исполнение составляет 56%. Мода на преступление прошла. В тренде интеллигентность и здоровый образ жизни. Такую мысль озвучил сегодня министр внутренних дел Чувашии Сергей Семенов на встрече с журналистами республики. Уровень преступности в республике снижается. Минус 15% за январь-октябрь 2013 года. Такая тенденция сохраняется уже 5-й год. Наиболее существенное снижение преступности отмечается в последние 3 года. На 25% меньше стало квартирных краж. На 20% уличных преступлений. Стабильность – признак мастерства, отметил Сергей Семенов. Последние 2 года. МВД по Чувашской республике является одним из лидеров по эффективности деятельности в Приволжском федеральном округе. По главному критерию, которым оценивается эффективность работы, это уровень раскрытия преступлений, мы вторые в ПФО. В целом же по Российской Федерации уровень раскрытия преступлений является 11-м результатом среди 85 регионов России. Но количество умышленных убийств возросло на 25%. Их с начала года в республике совершено 84. В основном это убийства на бытовой почве, в нетрезвом состоянии. Террористических актов, конфликтов на почве этнических или религиозных разногласий не зафиксировано. В республике сложилась стабильная межнациональная обстановка, отметил министр внутренних дел. На 40% снизилась смертность детей в ДТП. Сократилось количество происшествий, когда водители наезжали на пешеходов прямо на зебре. Но в то же время количество ДТП по вине самих пешеходов увеличилось почти на 12%. Пешеходы стали менее дисциплинированы, чем водители. Вот на пешеходов как раз, на профилактическую деятельность с ними, к сожалению, вот как раз рук-то и не хватает. МВД по Чувашской республике уже не в первый раз обращается с просьбой быть бдительными и не попадаться на мошеннические уловки. Когда приходит СМС-сообщение с просьбой перевести деньги пострадавшему родственнику. Иногда преступники радуют информацией о выигрыше автомобиля, но предварительно необходимо перевести энную сумму денег. Такие преступления раскрываются правоохранителями, но возместить ущерб редко когда удается. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Опыт врачей, тщательный уход, новейшие технологии. Все это помогает маленьким пациентам президентского перинатального центра появиться на свет, а некоторым и выжить. Впрочем, иногда, чтобы сохранить детям жизнь, нужны не препараты и оборудование, а простые советы. О том, чтобы простые правила всегда были перед глазами родителей, позаботились в Минздрав соцразвития Чувашии и перинатальном центре. Обычно, если книжка красочная, совсем не толстая, да еще и с картинками, то предназначена она для детей. Однако эта книга как раз для мам. Всего 4 листа и 5 советов на тему кормления, сна и купания. Но именно они могут спасти жизнь младенцу. Вот так творчески подойти к важному делу придумали в Минздрав соцразвития Чувашии. Ну а в президентском перинатальном центре эту идею начали внедрять в жизнь. Цель – это предупредить несчастные случаи. Вот прямым текстом говорим, что это несчастные случаи. Зачастую родители на радостях забывают, что у них на руках существо, которое полностью зависит от их действий, от образа жизни. Этот буклетик дается женщинам после родов в родильных домах. Мы бы хотели, чтобы этот буклетик уже давался женщинам в женских консультациях, но пока тираж не очень большой, мы надеемся, что будет он еще раз повторяться. Брошюры сделаны из довольно плотной бумаги, и не случайно. Авторы надеются, что таким образом буклеты прослужат не один год и надолго останутся в семьях. Там все полезные правила.
Вот не спать с ребенком, самое главное, не ложиться, не засыпать, потому что очень страшно, задавить можно. Также вот кофточки есть разные, говорит, сейчас на замочках, на молниях. Поднимаешь молнии, они, когда поворачиваются, могут задохнуться также. Нежелательно. Кстати, наращивать авторы планируют не только тираж, но и количество правил и страниц. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. Дорожные организации на 80% готовы к зиме. Об этом сегодня сообщили в Чувашупрдоре. Готовиться к холодам дорожники начали еще летом, а сейчас в организациях идут последние проверки. Очередная сегодня прошла в Батыревском районе республики. Ольга Григорьева изучила степень готовности дорожных организаций. Спецтехника в этой подрядной организации наготове. Щебень и песчано-соляная смесь тоже. Более 60 тысяч тонн песка и 5 тысяч тонн соли, если понадобится, лягут на трассы Батыревского, Яльчикского и Комсомольского районов. Это 330 километров республиканских и местных дорог. Столько находится в зоне ответственности Батыревского ДРСУ. 1 октября был первый снег. На участке от Чебоксар до Лапсар был уже слой снега лежал сантиметров 10. Были первые аварии, поэтому это был первый сигнал для нас, что зима на носу. Альтернативой песчано-соляной смеси, которую сейчас перемешивает экскаватор, и щебню, станет природный рассол. Им на протяжении вот уже более 20 лет поливают дороги. Правда, использовать его можно лишь тогда, когда на улице до минус 5 градусов. Там в составе рассола, значит, магний, который меньше взаимодействует с металлом, то есть процесс окисления меньше. Это автомобилисты знают. Какой урон наносит соляная смесь на автомобильный транспорт. Природный рассол как-то более мягче относит, воздействует на металл, соответственно, мягче влияет на окружающую среду. Все 6 подрядных организаций, что отвечают за содержание республиканских и местных дорог в Чувашии, сейчас завершают подготовку к холодам. На спусках-подъемах устанавливаются ящики со смесью, соответствующие дорожные знаки. А в холода будут дежурить специальные бригады. По всем подрядным организациям в рамках нашего приказа, значит, созданы мобильные группы, готовые в любой момент, значит, исходя из метеоусловий, выехать моментально и устранить, значит, все, что необходимо в целях, опять же, безопасности дорожного движения. Вместе с тем, дорожники рассчитывают, что их союзниками станут автолюбители, вовремя переобуют своих железных коней. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Судя по температурным рекордам последнего месяца осени, услуги дорожных организаций понадобятся не скоро. Необычно теплая погода держится по всей России. Жители Чебоксар за осенние месяцы наблюдали несвойственные для осени явления. На деревьях распускаются почки, зацвели верба и мать-мачеха. Проснулись даже насекомые. Что это, аномалия или норма, выясняла наша съемочная группа. 6 ноября в Чебоксарах побит температурный рекорд этого месяца. Максимум равен 11 градусам. По данным гидрометеослужбы, в 2005 году было 9. За последние годы, начиная с 2000 года, у нас вообще ноябрь, как правило, стал теплее среднего многолетнего значения. Ну а в этом конкретном году получилась такая ситуация, что мы попадаем постоянно в теплые секторы циклона, и у нас идет большинство теплого воздуха с юго-запада, с юга. Как рассказывает Марина Китарьева, в ближайшие 3 дня также сохранится аномально высокая температура. Днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла, ночью до 6 градусов. Похолодание прогнозируют только к концу ноября. А пока горожане наблюдают распустившиеся цветы, набухшие почки и наслаждаются теплыми днями. Начинает активизироваться сокодвижение, и, естественно, почки где-то могут и почки начинать набухать. Вот. И если сейчас это тепло еще сохранится, то, возможно, и почки будут раскрываться. Конечно, для ноября это очень аномально, но сильно растянутый период, вот осенний период у нас получился. Сегодня, 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. В советские времена в этот день обязательно проходила демонстрация трудящихся. И что примечательно, именно в этот день открывался зимний сезон. На парад дамы, как правило, надевали шубы. Сегодня о теплой одежде речь не идет. Погода бьет температурные рекорды. Как запоздалое бабье лето может повлиять на урожай следующего года, смотрите далее.
Погода в очередной раз продемонстрировала, что Чувашию таки стоит признать зоной рискованного земледелия. Такую бы погоду да в сентябре, вздыхают в Минсельхозе. Под урожай 2004 года в республике у нас земные культуры засеяны на площади 71 500 гектаров. Хотя изначально мы, значит, планировали при республике засеять в пределах 100 000 гектаров. Но здесь, наверное, есть ряд причин. Это основное первое. Во-первых, сентябрь месяц был у нас дождливым. Практически в среднем по республике выпала трехмесячная норма осадков. Но сами понимаете, что агротехнические требования у нас есть сроки. И в связи с этим все-таки вот до 100 тысяч гектаров мы не дотянули. А в целом, если взять к уровню 2012 года, сев площади озимых культур у нас, конечно, увеличились. Если по прошлому году у нас было засеяно 69,5 тысяч гектаров, то я уже озвучил 71,5 тысяч гектаров. Это под урожай 2014 года наши сельхозтоваропроизводители на сегодняшний день засеяли. Но это, наверное, также повлияло и на ход уборочных работ. В целом у нас вот по перевложению почвы было объявлено первый район, это Алатырский и Парецкий районы. Но, скажем так, что зерновые площади ряд районов и в целом по республике убрали. Но вот, конечно, уборка картофеля у нас затянулась. Для пессимистичных прогнозов время еще не настало. Хотя и поводов для радости не так, чтобы много. Сельхозтоваропроизводители сводят дебет с кредитом и надеются на понимание. Были большие потери, то есть зерно заходило с очень высокой влажностью, до 32% заходило зерно на переработку. Вот. Ну, естественно, огромные затраты. Сейчас, естественно, будем подводить итоги, то есть, и строить планы на будущее, то есть в том плане, что как поступить, как правильно распределить денежные средства, то есть где по возможности сэкономить, чтобы сохранить существующие посевные площади. Вот сейчас на данном этапе уже провели переговоры и с Россельхозбанком, и со Сбербанком. Так как у нас проблем никогда не было с погашением задолженности, то есть к нам идут навстречу, проводят изменения графиков платежей, чтобы в настоящее время, то есть когда нам тяжело, помочь и нам, как бы и себе, естественно, в том плане, чтобы не потерять клиента. Вот. То есть банки идут навстречу. Что же касается бабьего лета не ко времени, то аномально теплые осени и начало зимы несколько лет назад уже наделали неприятностей. Тогда зимы пошли в рост, а снег не успел лечь до настоящих морозов. Правда, сейчас еще не декабрь. Пшеница находится в более лучших условиях, потому что сеяли ее позже. Сроки сева у пшеницы, они изначально позже получаются. То есть она меньше тепла, естественно, получила, то есть она будет менее подвержена зимой, допустим, повреждениям. Вот. Ну, все зависит опять от того, какой будет снежный покров. Вот. Рожь сейчас находится в нормальном состоянии, то есть она раскустилась, но излишнее тепло, конечно, ослабляет растение, но уйдет в зиму уже более ослабленным. Вот. Но если будет хороший снежный покров, я думаю, проблем не будет у нас со зимами. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Но как будто ни было, зима все-таки наступит. Так что пора позаботиться о теплой одежде. В Чебоксарах в ДК Хузангай объявлена охота на мех. Там открылась выставка-продажа «Шубный край». Как принарядиться к морозам, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. На пике популярности снова норка и мутон. И форма имеет значение, если дело касается шубы. Практичные меховые пальто, дерзкие модели для активных и деловых женщин. И, конечно же, золотая середина, простой силуэт, сдержанность и строгость. Классические модели подойдут на любой возраст и женщине любого телосложения. На плечиках аккуратненько размер, по-моему, правильно вы мне подобрали. Поясочек, да? Да, это шубка с поясом. Длина меня устраивает. Хорошие производители, качественные производители, уникальный подбор меха, отработанные годами лекала. Каждое изделие – это не просто меховая шуба, это действительно пальто, которое садится по фигуре. На ярмарке «Шубный край» представлены шубы от меховой фабрики «Аэлит» города Пятигорск Ставропольского края. Особенность нашей выставки – это большой, огромный, можно сказать, размерный ряд от 40-го до 72-го размера. Покупатель всегда найдет у нас себе по душе покупочку и без покупки не уйдет. В этом сезоне в моде поперечка, а также звериный принт. Это отличные варианты для молодых модниц.
Я своей жене купил шубу на выставке «Шубный край». Продавцы приветливые, цены приемлемые. Подобрать можно все, что угодно, на любой вкус. Очень всем рекомендую. Шубки из мутона и норки, а также другие меховые изделия ждут своих покупателей в ДК «Хузангая» с 5 по 10 ноября с 10 до 19 часов. Приобрести такую прелесть можно не только за наличный расчет, но и в рассрочку. Для удобства посетителей ярмарки «Шубный край» от остановки «Хлопчатобумажный комбинат» до ДК «Хузангая» через каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус. Близко. Беатриче – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатриче. Мегамолл – мультибрендовый бутик «Стрекоза».